Активисты Одинцовского отделения «Единой России» раздали более 600 лент в ходе акции «Георгиевская ленточка» в Звенигороде. Партийцы дежурили у двух крупных торговых центров, вручали ленточки пешеходам, рассказывали о значении этого символа Великой Победы. Участие в традиционном мероприятии приняли и местные молодогвардейцы. Они вручали один из главных символов Дня Победы на центральной площади в Одинцове.